полминуты до конца СР, а через полминуты на УКВ-1. Мишень. Принтер. Богаси. Богашу. Отключаю телевидение. Хорошо. Продолжаем наблюдение. Формат 44. Завком. Юра, на всякий случай перешли на 32-ю страницу. Я же спрашиваю. Так. Как? Доброе. На этом грузовом корабле, как я вам уже обещал, привезены необходимые ключи, необходимый инструмент, необходимые замки, ремонтные всякие приспособления. И где-то с начала апреля, ориентировочно, может быть, даже с 1 апреля, не посчитайте это первоапрельской шуткой, мы начнем такую достаточно продолжительную серию выхода в открытый космос. Зависание в комнате продолжается, аварийной инструкции нет.